Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу вам рассказать про великий месяц Рамадан. Не упусти этот Рамадан, он может стать последним для тебя. О, люди, бойтесь Аллаха и знайте, что скоро начнется для вас великий месяц и почтенное время. Месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. И поистине этот месяц милости, месяц прощения и месяц освобождения от огня. Так извлекай из него пользу для себя, пока он не прошел. И поистине счастлив тот, кто использовал это время для себя, во благо покаялся за свои грехи и много совершал благих дел. И поистине несчастен тот, кто упустил благо этого месяца, упустил благо этого великого времени. И поистине он лишенный. Не является лишенным тот, кто упустил что-либо из мирского. Однако в действительности настоящий лишенный тот, кто упустил совершение благих дел для вечной жизни. Используй себе во благо этот месяц, да помилует вас Аллах. Знайте его положение, осознавайте его ценность, проявляйте почет ему и заполняйте это время поклонениями и делами, приближающими к Аллаху. И поистине такой шанс непостоянен, не останется в конечном итоге. Никто, кроме вечно живого, и поистине не будет вас, и не будет месяцев и дней. Все на земле смертны, вечен лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием.